В Пытьяхе вынесли приговор торговцу суррогатным алкоголем. Предпринимателя признали виновным в смерти людей. Более 5 лет 38-летний уроженец Омска проведет в колонии. Следствие доказало, что 3 года назад мужчина приобрел кустарно произведенный алкоголь у себя на родине, а сбыть решил в Пытьяхе. Замаскирован контрафакт был под крепкие напитки известных брендов, а акцизы были липовые. Таким образом, мужчина неплохо обогатился, пик продаж пришелся как раз на новогодние праздники. Правда, покупка алкоголя для некоторых закончилась трагически. В результате, после употребления этой продукции от острого отравления метиловым спиртом наступила смерть 4 граждан. В ходе предварительного расследования удалось установить весь порядок действий подсудимого по приобретению и дальнейшей перепродаже суррогатного алкоголя. Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального вреда.